Всем привет, дорогие друзья! Город Киров, Кировская область, улица Ломоносова. Там кольцо идет, начало улицы, авторынок находится здесь. Итак, посмотрим автомобили, русские, иномарки. Все продается, покупается, людей очень много ходит. Итак, поехали. Вот, Запорожец, не продали его, дорогие друзья, за 500 тысяч. Сейчас цена поменялась, смотрим. 1970 года, родной краски, не Рыжиков. 350 тысяч рублей. ЗАЗ. Оригинальный автомобиль в то время был, ушастик. Бензин заливается здесь. Итак, погнали. Первая Лада Гранта, 17 год, два владельца, не битая, не крашена, 8 клоп, 87 лошадок, состояние отличное, 469 тысяч. Дальше идет Нива 4×4, в бордовом цвете, 2007 год, 307 тысяч рублей, кировский учет, 129 тысяч километров пробега. Звоните, пишите. ЗАЗ Сенс, 2009 год, в черном цвете, один хозяин, 78 тысяч пробега, ПТС оригинал, без ДТП, инжектор, 237 тысяч рублей. Антенны, правда, нету. Идем дальше. Французский автопром идет. Рено Сандера, бордовом цвете, 1.4, пятиступка механика, 11 год. Тонировка, сигнализация, 420 тысяч, состояние отличное. Логан в синем цвете, 2005 год, на литье, кондиционер, кировский учет, 289 тысяч рублей. У нас пошел дождик, 20%, сегодня обещали, дождик идет. Volkswagen Polo, 2004 год, максимальная комплектация, 1.4, механика, кондиционер, подушки безопасности, лифт сиденья, руля, 367 тысяч рублей. Магнитола есть. Пятнашка в серебристом цвете, мухобойка стоит. Давайте посмотрим. 12 год, 1.6, велюр салон, 215 тысяч, антикоррозийная обработка пройдена. Даже чехлы стоят. Калина Малина в черном цвете, универсал, 13 год, без ДТП, пробег 75 тысяч, двигатель 1.6, 8 клоп, центральный замок, бортовой компьютер, 357 тысяч, звоните, пишите, адрес видите на экране, в сером цвете, отделка, Шевроле, 16 год, один хозяин, 74 тысячи, 1.7, 80 лошадок, АБС, ГУР, электростеклоподъемники, обогрев зеркал, 695 тысяч, поправлюсь. Дальше идет с мухобойкой, 15 год, в таком цвете, прикольном, один хозяин, без ДТП, музыка, 615 тысяч, оригинал, все на экране. Бусик стоит, Т5, Volkswagen, 2007 год, один владелец, 1.9, пятиступка, ГУР, АБС, сигнализация, два комплекта новых колес, диски, вложение не требует, 850 тысяч, деньги на капот, как говорится, и поехали, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал, Дмитрич, не забываем, про стимулировать меня, дизель, Меган, универсал, 2007 год, 1.5, 86 лошадок, ГУР, АБС, кондиционер, 8 подушек, 439 тысяч. Дальше японец идет, RAV 4, на литье, 18 год, полный привод, один хозяин, дизелек, пробег 31 тысяча, автомат, куплен у официалов, 2.2, 150 лошадок, полный пакет, помощь при спуске, 2,5 миллиона. Дальше Калина,
10-й год, универсал, 357 тысяч, пробег 67, двигатель 1.6. Постепенно пойдем к иномаркам, следующий ряд. Нива, 2008 год, 125 тысяч пройдено, 357. Дальше постарее идет Шевроле Нива, 2005 год, 269. Также музыка, центральный замок, все есть. Перейдем на следующий ряд. Шевроле Авео, 11 год, 89 тысяч, двигатель 1.4, кондиционер 479 тысяч, бортовой компьютер малиновый, кому шутки за 200. Вот Lancer, искали подписчики, смотрим, про 9 он, писали 10 найти, стоит вот 7 год, кондиционер, подушки безопасности, подогрев сидений, музыка, сигнализация 467 тысяч. Давайте его рассмотрим. Подогрев сидений есть, смотрим вид сзади. Шевроле Авео в сером таком цвете стоит, подушки безопасности, 2007 год, двигатель 72 лошадки, зимний пакет есть, зимняя резина, кондиционер, подушки безопасности, 385 тысяч рублей. Звоните, пишите. Приора, 11 год, два владельца, пробег 93 тысячи, 1.6, 8 клоп, центральный замок, подушки безопасности, стеклоподъемники, 349 тысяч рублей, седанчик. Дальше комплектация GLS, Нива, поднята тоже, 369 тысяч рублей. Рейлинги есть. Дальше смотрим. Лада Гранта, 14 год, в белом цвете. Рыжиков не вижу. С 14 года 379 тысяч. Три хозяина, кондиционер, родной пробег. Здесь у нас магнитола с экраном стоит. Видно, не видно. Подогревы есть. Ford Focus, седан. На колпаках. Летняя резина, 415 тысяч, комплектация чай, двигатель 2-литровый, 140, пробег, климат-контроль, датчики света и дождя, ГУР, АБС, 415 тысяч рублей. Дальше идет Lada Vesta, 17 года, седан, один хозяин, 1.6, кондиционер, ГУР, зимняя резина, плюсом 797 тысяч рублей. Звоните, пишите, поддерживаем канал Дмитрича. Палец вверх ставим. Дальше идет Kia Rio в синем цвете. На колпаках, заметьте, 19 год, пробег 40 тысяч, автомат, комплектация люкс, один хозяин. Все видно на экране. 1,5 миллиона. Тонировка передних стекол. Блин, шмели летают. Дальше Sandero, Stepway на литье, резина Continental. 1 300 000, один хозяин, 1.6, 84 лошадки, 5-ступка, ГУР, кондиционер есть, самое главное. Отличное состояние, да, на самом деле, круиз-контроль есть. Веста стоит седан, также смотрим. 21 год, один хозяин, богатая комплектация написана. 63 тысячи пробег, 1.6, климат контроль, электроусилитель руля, подушки безопасности, кнопка багажника, 959 тысяч, бортовой компьютер, штатная магнитола, подогревы, ну как в таком же стиле все сделано. Дальше Ford Focus в черном цвете, 2008 год, комплектация чай, также 1.6, 5-ступка, ГУР, климат контроль, подогревы, 495 тысяч рублей, штатная магнитола. Дальше французский автопром, Duster, зимняя резина, 19 год, полный привод, 1.6, 114 лошадок, Nissan, 6-ступка механика, ГУР, АБС, центральный замок, ходовые огни, 1 345 000, не битый, не крашеный, рейлинги есть.
штатная магнитола, тканевая обивка, Ford Focus в серебристом цвете, 2006 год, 1.6, 115 лошадок, Гур АБС, кондиционер, 390, ну 400, лифт руля есть, присутствует, отделка ткань. Дальше посмотрим ховер в белом цвете, 14 год, рам один хозяин, 830 тысяч. Звоните, пишите, адрес знаете, все на экране. Смотрим дальше. Фокус второй, кому малиновый, кому розовый, шутки за 200, 2006 год, не битый, рыжиков нету, АБС, ГУР, 415 тысяч. Стеклоподъемники есть. Давайте посмотрим внутри. Магнитола. Чистенько, гладенько все. Калина-малина. Универсал на литье. Рукой написано. Видно. Хозяин. 328 тысяч. Состояние отличное. Вложение не требует этот автомобиль. Ну, здесь, дорогие друзья, продаются трактора, экскаваторы. Потихоньку передвигаемся. Калина стоит, малина. 11-й год. Мухобойка стоит. 1.6, кому надо. Такой автопром. 279 тысяч. Центральный замок. Дальше тоже калина, малина стоит. 2009 год, два владельца, 289 тысяч. Кстати, стекло родное, стоит лобовое. Посмотрел. Шевроле Off-Road на литье, в черном таком, 215 на 65. Не битая, не крашена, два хозяина, кондиционер, ГУР, все есть, 659 тысяч рублей. Музыка, также литье, кондиционер. Есть, что чистенько, гладенько. У нас наш УАЗик Патриот стоит в черном цвете, такое зачетное литье, резина, 15-й год, комплектация Limited, не битый, не крашеный, родной ПТС, кировский учет, 202,7, 128 лошадок, газ, бензин, даже есть бортовой компьютер. Штатная магнитола, 749. Что-то у нас дождик сегодня пошел в гору, 20% вроде писали, облака, тучи затянуло. Шевроле Лансер, 2006 год, автомат, двигатель 1.6, 109 лошадок, ГУР, АБС, родной ПТС, кировский учет, кондиционер, 4 подушки, 519, лифт руля, центральный замок. В сером цвете автомат. Кому нравится, пишите, звоните. Всем пока, дорогие друзья. Кому понравился обзор цен на БУ на авторынке город Киров, ставим пальцы вверх. Всем пока-пока.